Мы создали мир выгоды, это создали мы, не Бог. Бог – это любовь, говорится. А мир материальный сугубо люди создают. И даже когда есть религии, люди их используют для мирового господства. С материальными целями. Но здесь говорится, в ведической культуре, нужно освободиться от желания господствовать. Нужно служить. Религия – это способ служения и контроля чувств собственных. Контролируйте свои чувства строго. А к другим относитесь мягко. Не наоборот. Не нужно к себе мягко относиться, а других контролировать. Вот оно, предназначение человека. Это трудно, но это настоящее счастье. Это по-настоящему удовлетворяет нашу душу, разум. Это восстанавливает все наши утерянные традиции, все самое лучшее в обществе и в качествах людей.